В Самаре подвели итоги регионального этапа ежегодного конкурса профессионального мастерства среди энергетиков компании «Т-Плюс». В числе участников – начальники смен и основных цехов электростанций, машинисты котлов, турбин, КРЭС и ТЭЦ Самарской области и Удмуртии. Всего 7 команд. Событие значимое для компании, прививает культуру производства, выявляет таланты. Судейская комиссия оценивала теоретические знания и практические навыки участников на 9 этапах. 2 практических этапа – ликвидация возгорания и оказание первой помощи – прошли на территории Самарской ТЭЦ. В жюри отмечают – отрыв по баллам между участниками минимален. Победила команда ТЭЦ «ВАЗа» из Тольятти. У начальника смены химического цеха ТЭЦ «ВАЗа» Екатерины Разумовой 2 медали – в общем и личном зачете. Готовились, естественно, усердно, командно. Друг за друга болели, друг другу помогали. В мае команда ТЭЦ «ВАЗа» поборется за звание лучшей в финальном этапе конкурса в Ульяновске. Там встретятся сильнейшие команды из 16 регионов страны. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.